Последний день лета Сергиевский район посетил депутат Государственной Думы Виктор Казаков. Вместе с представителями районной администрации, работниками образования и общественниками он оценил степень готовности школ муниципалитета к новому учебному году. Честно говоря, тот уровень ремонтных работ, оснащения кабинетов, которые сегодня по указанию нашего президента выполняются по всей России, он восхищает и вселяет надежду, что все школьники будут учиться отлично, будут довольны и учителями, и школами, и будут получать отличные знания. Виктор Казаков побывал в образовательных учреждениях Кандабулака, Красносельского и Сургута. В школах этих поселений летом был проведен капитальный ремонт. Сейчас они полностью готовы к приему учеников. Такая оснащенность кабинетов, не захочется уйти. Вот знаете, кабинет информатики 3D, столы покрытие 3D. Видите, какая красота, а кресло? Просторные коридоры, светлые кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием, новая мебель. Так, например, учащиеся младших классов в Сургуте будут учиться с особым комфортом. Как угодно можно регулировать. Полка совсем. Рост, то есть по мере роста детей, дети учатся только в одном классе. По мере роста можно все регулировать. И стулья регулированы. И стулья тоже, да. Все регулировано. Депутат не упустил возможности побывать и в храме села Кандабулак, который, по словам Виктора Казакова, за последние годы заметно преобразился. Удивлен, насколько много работы выполнено по его восстановлению. Удивляет вот тот подход к оформлению, к реставрационным работам, который был заметен священнослужителями. Я думаю, что храм будет восстановлен в ближайшие годы, и он будет часто посещаемый для всех жителей не только Сергиевского района, но и всей Самарской области. Оценил гости экспозицию местного музея, в частности экспонаты ретро-техники. Узнал много нового об истории села Кандабулак. Дмитрий Сурков, ТРК «Радуга-3», Сергиевский район.